Всем привет, меня зовут Константин, и сегодня я немножко вас удивлю. Специально для фанатов One Piece я буду делать прохождение. В прошлый раз про эту игру я делал лишь первый взгляд, лишь обзор, такой краткий. Но сегодня мы начнем проходить, и я покажу вам полное прохождение. Так, у нас пошла какая-то заставка. Мы сейчас ее сбросим и загрузим наше последнее сохранение. Собственно говоря, сейчас, когда будем его проходить, я не знаю, с какого места мы начнем. Я там недалеко от начала ушел. То есть, ну, я не буду повторять самое, что ни на есть начало. Начнем с последней контрольной точки. Так. Да, конкретно вот здесь мы закончили. Арт-эпизод. Я буду вам рассказывать примерный сюжет, что здесь вообще произошло. Я буду сбрасывать все вот такие вот заставки, потому что здесь в них ничего особо такого важного нету, лишь пустой треп. Весь непосредственный сюжет у нас идет конкретно уже из самой игры. Ну, здесь мы сейчас все и сами увидим. Сейчас немножко нужно вспомнить управление, я давно в нее не играл. Кстати, уже ожидается, скоро выйдет вторая часть. Как я напомню вам, игра сделана абсолютно по анимешке. Анимешка замечательная. Ее реально стоит посмотреть. Итак, сейчас давайте вспомним немножко управление, что у нас тут вообще к чему. Собственно говоря, как я уже говорил, почти вся игра заключается у нас в метели, в том, что нужно метелить большое количество врагов. Вот. Так, у нас сейчас идет небольшое обучение. Так. Понятно, собственно говоря. Так. Как это тут делается, суперский удар? Сейчас я точно не вспомню как. Так. Типа того. Положили разом всех. Так, ну давайте, пока идет это бесполезное мочило, я постараюсь вам рассказать вкратце сюжет. Собственно говоря, игра про век пиратов. Так называемый король пиратов, который когда-то был Голди Роджер, владел всем. У него было абсолютно все, и он, грубо говоря, завоевал фактически все, что только мог. Ну, его в конце концов поймали, либо он сам сдался. Но, насколько я помню, он все-таки сам сдался. Вот. Напоследок, перед своей казнью, он крикнул в толпу, что оставил где-то свое великое сокровище, вот это вот то самое One Piece, так называемый. Никто не знает, что это такое, но единственное, что известно, что кто им завладеет, тот станет королем пиратов. И весь мир у нас бросился на то, чтобы найти этот One Piece. Вот, собственно говоря, наш паренек Луфи как таковой. Не исключение. Вот. И он начинает набирать себе команду. Вот это первая девушка Нами. Она пока еще не совсем в нашей команде. Пока что она добивается лиц выступленных какой-то цели. По крайней мере, сейчас она лишь ищет прикрытие. Потому что этот паренек Луфи невероятно силен. А теперь, собственно говоря, почему он вообще силен? Давайте я вам так расскажу. В ихней вселенной, в вселенной One Piece, есть так,
такие так называемые дьявольские фрукты. Вот эти дьявольские фрукты дают съевшему определенные способности, но дают также определенную слабость. Вот. Слабость в том, что съевший фрукт не сможет больше плавать, а просто пойдет на дно топором. Но многие идут на эту жертву, потому что хотят владеть какой-то силой. По поводу дьявольских фруктов можно вообще говорить очень много, силы везде разные идут. Вот. Вот. Но об этом я потом как-нибудь вам расскажу. Так, что, собственно говоря, здесь в данный момент происходит? Луфи попал на этот остров фактически случайно. Сейчас у него в команде только один человек. Это не эта девушка, а пират Ронро Азуро. Который владеет, у него нет никакой силы, имеется в виду дьявольского фрукта. Он мечник. Использует стиль так называемый Санторио, который подразумевает использование трех мечей одновременно в руках и в зубах одновременно. Вот такой вот сумасшедший мечник. Так, у нас опять какое-то идет обучение. Ну, пока без этого мечника бегаем и не делим всех этих пиратов. Для всех, кто собирается посмотреть эту анимешку, анимешку вообще реально стоит посмотреть. Она клевая. Как я, наверное, уже говорил не раз. Вот, я искренне советую вам смотреть ее только в оригинале. Имеется в виду только с субтитрами. То есть слушайте оригинальные голоса, они самые нормальные, самые обалденные, то есть все остальное это ерунда. И что мне нравится в этой игре, это то, что как раз здесь используются тоже оригинальные голоса. Так. Да, сейфпоинты. Ну давай, засейфпоинтимся. Вот. В игре, конечно, будет периодически всякое разнообразие. Вот, имеется в виду, что у нас будет не только небольшое месилово это, но и кое-какие другие элементы игры. Но об этом вы увидите все по порядку. Ну, эта девушка-пиратка так и мечтает, чтобы что-нибудь украсть. Собственно говоря, кто вообще этот клоун? Это так называемый клоун Баги. Пират, который владеет силой дьявольского фрукта. Собственно говоря, вся абсолютная игра полностью, фактически до каждого слова, повторяет анимешку. То есть очень приятно ее смотреть и играть одновременно. Начиная от голосов и заканчивая буквально всеми движениями. Конечно, анимешка смотрится немножко посимпатичнее, потому что здесь как таковой не анимешный стиль. Но все-таки всем фанатам это реально посвящается. Я не могу спасти меня.
Собственно говоря, девушка Нами в данный момент хотела подставить Луфи, но не таким способом, чтобы его убили. Вот. А вот и появился сам Роно Зуро. Один из любимых моих персонажей. Нам сейчас предстоит немножко поиграть за него. Сериал этот очень большой, у него огромное количество серий. Вы не представляете, каким запоем их можно смотреть, когда начинается очень хороший сезон. Там были арки не очень удачные, некоторые были в общем ни о чем. Но большинство из них такие, что, поверьте, вы будете смотреть их просто в запой. Ты говоришь, Роно Зуро пришел за моей головой, потому что его называют охотником на пиратов. Но он никогда не был охотником. Как он сам говорил, говорит, это почему-то его так прозвали. У него сила дьявольского фрукта такова, что он разделяется на части, и его невозможно порезать мечом. Собственно говоря, Луфи в данный момент ей втирает, что он собирается отправиться на Гранд Лайн. Это такое второе море, что ли, где очень тяжело. Но об этом все будет потом. Я, кстати, так и не дорассказал, что сила Луфи в том, что он резиновый человек. Вот. И сейчас будем бегать втроем уже. Два. Так. Нас учат применять специальные атаки. Не забыл, как делать парный прием. Сейчас что-нибудь придумаем. Так, положили всех. Норо, кстати, гре! Оя, сыго, да, капитан! Анда! Монга, аканена! Арева! Так, нам нужно туда. Нужно прицелиться и нажать. Хойцева, скай, солдана! こっちから行けるぞ。お前らも早く来いよ。行けるか。あんた。
Как я уже говорил в самом первом своем обзоре, игра как таковой является немного детская. Но в то же время она для фанатов. Так, куда дальше? Туда перебраться. Так, вот сюда. Говоря, периодически нужно нажимать вот такие вот всякие комбинации. Собственно, не сложно, но иногда заставит проявить внимательность. Если вам в данный момент, в принципе, непонятно, что здесь происходит, я рекомендую посмотреть первую серию обзорную, которую я выкладывал ранее. Примерно, наверное, может быть, месяц или два назад, не помню точнее. Потому что, еще раз повторю, это у нас только для фанатов. Ну или для тех, кто... Это что ты будешь делать? Вот. Ну или только для тех, кто не боится чего-то нового. На телеканале он 2x2 у нас... вышел One Piece с русским переводом. Ну, мне, честно сказать, перевод жутко не понравился. Мне, как его фанату этого сериала, когда я его очень много смотрел. Да, да, я понял. И вот, применив нужную комбинацию, у нас дают управлять за другого персонажа. Ну, вот такую парную серийку сделать своеобразную. Так, что у нас дальше? Нам нужно что-то с этими пушками сделать. Пока что... А, понятно. Нужно отразить вовремя. Так, а теперь... Куда? А, нужно обратно туда идти, я понял. Игра очень веселая. Она очень зрелищная, что ли, можно сказать. Яркая. И если хотите провести свободное время с весело, то эту игру непременно стоит взять. Я напомню, что эта игра есть только на третьем PlayStation. Ее больше нигде не выходило. И выходить не будет. Это эксклюзив. Так. Оп. Так. Дальше побежали. Что у нас тут? Тут какое-то нововведение, только успевает и все.
Название успей нажать. Угу. Что-то, по-моему, я не туда немножко сиганул. Ну да. Ладно, еще разочек. Так, тут главное чуть-чуть переноровиться, а дальше все пойдет нормально. Давайте сохранимся. Старая моя привычка сохраняться идет. Ну, я думаю, сегодня мы хотя бы одну главу должны пройти. Да, по ходу игры наши способности будут меняться. Какие-то будут больше, какие-то меньше. Так. А вообще это довольно весело носить целую кучу различных пиратов, дозорных и прочее. Ну, тут очень много боссов. Боссов здесь реально много. О, здоровяк. Ну чё? Все? Все. Там что-то выпало с него. Так забавно, бегает, не могу. В эту игру можно играть, кстати, по сети с друзьями. Да что такое? Вы посмотрите, что происходит, а? Да что-то я не успею, они как надо, сейчас все убьют ведь. Ну давайте. Да что такое, почему не нажимают? Блин, сейчас ведь убью, да? Вы посмотрите, как я позорно проигрываю. Фу, так. Главное не умереть. Довольно забавно все размазываются. Так, давайте. О! О, зарядились. Давайте сохранимся. Привычка слишком велика. Потом постараюсь сохранить поменьше, правда. Собственно говоря, по сюжету у нас пока что еще мало что интересного. Вот. Так, я тут пришел. Да, топографический как минимум. Наша задача сейчас добраться до босса и грохнуть его. В принципе, на боссе как таковом, в принципе, тактик почти не... Ну, будут такие мелкие, но не всегда. Вот первый наш босс. ふざけんな、ハデアホゲ。
Так лежит, давайте возьмем кофеечек. Немножко привыкаю к управлению. Переключение между определенными специальными атаками. Да, в определенный момент тут приходится по клавишам прям прыгать по джойстику, точнее. В данный момент Луфи говорит про пирата Шанкса. Это пират, который в свое время спас ему жизнь. Один из великих пиратов. Но о нем это все потом. Ну давай. Сейчас мы паяем суперски, пока он там валяется. Так, что сделать? Ничего не догоняю. А, нужно, короче, встать в этот круг. Нажать R2. Нажимаю я R2. Че надо-то? Во, нажал. О, господи, как это обучение достало-то, а? А, это уклонение. Давно дали его уже. Так, тут что-то у нас лежит, вроде подберем. Мясо. Мясо это все. Вот их паяли ему. Получили А-класс. Это хорошо. Так, ну что, собственно говоря, на этом у нас первая серия закончится. Всем спасибо, пока.